Какая сегодня обалденная погода! Ребята, привет! Начинается новый день. Давайте его начинать. Только что пришел на турники, куда прихожу каждый день. В одно и то же место, в одно и то же время. И, как всегда, здесь никого нету. Ну вот вообще никого. Ну хоть кто-нибудь допридите сюда, мне же одному скучно. Живу в Киришах. Площадку вы все знаете, где она находится. Тренируюсь здесь каждое утро. Приходите. Ну, ребята, ну скучно одному. Ребята, привет! Давайте начинать новый день, давайте радоваться новому дню, несмотря на серую погоду, несмотря на то, что здесь никого нету, давайте просто радоваться дню. И я абсолютно не знаю, чем мы сегодня займемся, вот просто не знаю. Потому что сегодня день, когда Кирилл ехал в Питер, соответственно, съемки мы откладываем на завтра. Давайте просто сейчас сделаем обалденную тренировку и после этого пойдем домой. Ребята, подготовил тазик и тряпочку, буду сейчас, короче, мыть вот это вот чудо, буду его полностью, в общем, мыть, чтобы здесь не осталось ни одной грязинки, ни одной ржавинки, вообще полностью его вымою, и потрачу на это примерно 2 часа своей жизни, но это будет очень полезно, потому что надо еще поменять колодки, надо еще поменять цепь и полностью его промыть, и, соответственно, подтянуть хомутами, ну, там всякую такую фигню сделать. Фух, работы много, но потратим сегодня на этот день. Я думаю, это будет очень полезно. И к веломарафону на 400 километров летом я приготовлюсь. Поехали. Какая-то фигня. Егор, выручай. Ты у нас механик, ты знаешь, что делать. Рассказываю супер вообще безумную историю. Занимаюсь я тем, что вы сейчас видели, и тут звонит мне сестра. Сестра, привет. Иришка. Вот, и звонит нам и такая говорит: Максим, пошли навестим бабушку. И мы идем наводить бабушку, то есть мы сейчас придем к ней и прямо ее так наведем классно. То есть мы ее очень давно не посещали. Когда мы последний раз ходили? Я не помню. Зимой. Нет, я помню, зимой ходили. Да. Вот мы ходили к ней зимой, сейчас мы сходим к ней снова. Чем нас накормят? Я не знаю. Надеюсь, чем-то вкусненьким. Я, как всегда, подкреплюсь салатиками, гирокотлетками. И это будет супер круто! Все, мы скоро к ней придем. Ребята, сейчас, короче, кушаем чернослив и смотрим Филиппа Киркорова. Очень классно, очень интересно. Хоть немного поработай. О, видите, как надо это. Ну, вы поняли. А как ты здесь пройдешь? Ты издеваешься, что ли? Ай, Ира, невозможный вы человек. Все, ребята, блин, пора прощаться, заканчивается день, он был такой не очень интересный, но он был, и это классно, так что
Все, мы будем снимать с вами следующее видео во вторник. Мы сегодня уже четко с Кириллом списались на этот счет, и он мне сказал такую тему, что мы снимаем видео во вторник. Это безумно классно, это круто. Ждите от нас этого видео, оно будет очень веселое, крутое. И обязательно посмотрите предыдущее, которое мы снимали про зомби. Его что-то очень мало людей посмотрело. Это очень странно. Нам было очень весело его снимать. Поэтому, если вы еще не посмотрели видео про зомби, обязательно его посмотрите. Вот обязательно, вот прямо сейчас. Спасибо вам за это. Все, ребята, спасибо, что смотрели этот день. Вот подходит к концу. Как всегда, прощаюсь с вами. Да пребудет с вами сила, удачи, любви вам и терпения. Все, давайте, удачи вам. Увидимся. Ждите видео Кирилла. Оно завтра будет. Гарантирую.